Все, хорошо, снимать вы не будете. Я просто сейчас запишу приглашение на батл для Оксимирона. А вы, если захотите, вы можете танцевать, и потом будете моим бэк-вокалистом. Да вы что, еще танцевать, еще... Ой, а на барабанах не надо или нет? А, надо, кстати. Надо? Да, вы можете по рулю постучать. Ну все, поехали. По рулю? Бля! Не только по Оксимирон, рулю. Я вызываю тебя на дуэль. Я тоже из Питера и тоже кудрявый еврей. Толстенький ноунейм, простенький, как орех, который ты расколешь, если приложишь усилия. Но со мной ты бессилен, ведь ты рэп, а мессия. А я, как назло, никто не популярный, не красивый, но я так хочу славы. Я хочу полные залы, что я готов унижаться, чтобы тебе обо мне рассказали. Слушай, Окси, там какой-то хрен вызвал тебя на дуэль. Иди, размажь его по полу, да он совсем охуел. Ты меня сломаешь, а там зияющий обрежь. Я знаю твой секретный код, ты меня съешь и подавишься. Случай представился, Оксимирон испугался. Фанаты покидают места. Моя логика проста, расстановка сил ясна. Я нихера не смыслю в хип-хопе. Ой, флоу, как из жопы, ты реальный мастер слова. Мастер любви и подавно. Твой хер всегда на 11, а мой хер на 5:30. Но не это главное. Главное, ты не ответишь, ты меня будешь игнорить. Я буду сам себя обстегивать, пока совесть не заговорит в тебе. У меня даже нет ника, а ты придумал войны. И рифмы я читаю по бумажке, а ты стелишь, как бог сошедший с Олимпа. Я какое-то чудовище, я никчемное ничтожество. Батли ты со мной форменное скотоложество. Если я прилюдно назову тебя уебищем, это будет наглость, а еще только подумайте. Какой-то никому неизвестный телепузик из Питера вызвал на бой того, кто об самых крутых МС уже ноги вытер. Не принимайте меня серьезно, вы же звезды, а я тот, кто еще в начале своего панча был нахуй послан. Да он меня размажет, уничтожит, закопает, ютуб размножит мои изображения, мое поражение. Твои фанаты закивают, наложат бит, еще раз подрочит от своего кумира, который красиво игнорировал этого пидора, но внутри-то у каждого будет сомнение, что и бог просто описался принять мой вызов из опасения, что он проиграет какому-то ноунейму, они скажут game over. Этот гей понял, что наш общий слоник, из басни про слона и моську, он лает на слона, но она не замечает, какие к нему вопросы, ты все, а я никто, вот что нас отличает, ну что, начальник рэпа, будешь пить водку с бичами, это не королевское дело, просто ответь мне молчание, не произноси ни звука, ты меня раскрутишь, сука, у тебя нет выхода, ты можешь не ответить на это, удар в подых, твое слабое место, все это векс, мы просто делаем вид, мне садись и скажут пидор, значит я буду первый пидор в кип-хопе, а на ваше мнение мне как-то похуй. Это какой-то пиздец. Это настоящий абсурд. Кошерные эмси так себя не ведут. Это какое-то посмешище, рекламный трюк. Кроме слов, звуков и букв у меня нет для меня трюков. И мне скучно смотреть на круговую поруку, как на круговую порку. Выходи на бой, Окси, это будет битва Питочка и Винни-Пуха. Но ты не издашь ни звука, ни даже трусливого визга. Я буду радостно думать, что Оксимирон зассал принять вызов. И я скажу жене, да, в жизни я ничего не добился, но Миху Пайкина даже сам Оксимирон боится. Бря! Ну как вам? Сильно.